Йоу-йоу-йоу! Эхей! Всем привет, друзья! Меня зовут Андрей, это канал Александр Смит в исполнении Мессия Смит Плей. Продолжаем играть, друзья, в Дэдпул. Мы с вами, друзья, маленько затупили, маленько, что нужно вообще сделать было здесь. Нужно было вот так вот батарейку сюда положить. Красивенько я прошел, друзья, за этот момент, друзья, у меня... Да-да-да-да-да, красиво, теперь использую красиво, друзья. У меня уже 631 тысяча. Я заново, друзья, всех этих чувачков поубивал, потому что... Дэдпул, ты будешь сегодня играть? В общем, как говорится, не начиная в игру, играть в игру, в которой не сможешь победить. В общем, да, походу, друзья, это прямо для нас, да? Но я думаю, мы справимся, хотя, друзья, сложновато в том плане, что и враги сложные, потому что играем на ветеране, и это самое, да. В общем, что? В общем, вот сюда вот я иду. Это я тоже поднимаю. И поднимай, как я и хотел, друзья, в той самой прошлой серии. Записываю, друзья, подряд уже четвертую серию подряд. Я просто монстр, да. Я просто монстр. Дэдпуловский монстр. Хватит задницу чесать. Давай-ка дальше в игру продолжать играть. Я батарейку беру. Прекрасно, пойдем отдадим этот металлолом кабель. В общем, первую нашли мы, друзья, детальку для стража. Вторую будет посложнее, наверное, найти. Ну, я не знаю, друзья. По заданиям, в принципе, мы так продвигаемся довольно неплохо. Хотя, друзья, не знаю, будет ли у нас 10 серий, как у Купленова Дмитрия. Прохождение-то я у него смотрел, поэтому да. Ну, в принципе, я почти все у него смотрю, ну ладненько. Сейчас не про Дмитрия Купленова, а про Дэдпула. Аккуратненько, спокойненько. Так, это куда бежать? А, это вниз, да? Чувачки, здравствуйте. Здравствуйте, уже четвертую серию с вами подряд дерусь. Очки, новые приемы надо показывать. Дэдпуловский момент! Опа, опа, это телепорт. Это телепорт, это уходим, друзья. Вау, 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 вау! Вау! Тихо, 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 чувачки, чувачки! Чувачки, прекращайте! Прекращайте, мудачки, прекращайте! Так, телепорт, уходим, откилиться, откилиться! Фак, оу фак, мэн. Старайся лучше, да-да-да. Если бы это можно было бы. Ну поехали, парни! Ну погнали! Ну погнали! Ну погнали! Дэдпул, давай новые приемы! Как я сделал без записи, друзья, показал я новые приемы для себя. И был просто в очке от этого момента. Так, Дэдпул. Где? Очки, вы где? Ну это мы уже видели где-то. Красиво, ладно, пойдет. Дэдпул, надо лучше, лучше нужно себе показывать, нужно играть лучше, Дэдпул, понимаешь? И мне тоже нужно понимать, что нужно лучше показывать себя, потому что, друзья... Чтобы научиться играть лучше, нужно победить лучше, то есть, смотрите, чтобы играть лучше, нужно играть на сложных уровнях. Я играю на ветеране не для того, чтобы по тысячу раз здесь начинать, я хочу играть хорошо, чтобы с первого раза все проходить. Ну, стараться, по крайней мере. У меня, друзья, кстати говоря, много с прокачки. А как насчет улучшить игрока? Или все-таки, друзья, качать будем? Купи меня. Пистолеты тоже, конечно, нужны, но нам всегда их не хватает. Давайте, наверное, все-таки что-нибудь купим. Например, вот это вот. 80 тысяч за это отдали, ну а что? Надо! Это надо, друзья. И вот это тоже надо. Вот это тоже надо. 100 тысяч требуется. Нет, мало, много слишком. Слишком дорого. То у нас есть уже выбор разного оружия. Если что, как-нибудь, да, можем мы красивенько выстрелить. Именно. Yo, Cable! Found the first part! Я нашел первую деталь. Excellent. You're one step closer to demise. There is another part I need before we can get started. Ну как ты помнишь, нужна еще одна деталь. You should be able to find it north of here. Now get your ass moving. Так, Дэдпул. По-моему, маленько не сюда. У, друзья, играю уже четвертую серию подряд. Просто психопат. Я такой же красивый психопат, как этот Дэдпул. Так, куда нам идти-то? Дэдпул, он, блин, не указывает нам цели, куда идти, бежать, там мы запариваемся. Two
parts? Really? И детальки, серьезно? Ну, Рим не за, не за день построился, Рим. Что за оптимизация оптимального? Я Касперка, кстати, включил, не знаю, как влияет. Не знаю, как влияет на действие игры Касперский. Обычно при играх я обычно выключаю всю эту самую продукцию. И все эти антивирусы. Потому что записываю на одном компе, все фиксирую на одном компе. Везде один комп, поэтому нужно ему больше пространства, чтобы он более-менее так адекватно, ну, работал. Функционировал нормальненько. Опа, дефул, дефул, дефул. Этих надо убеждать маленько в другом моменте. Вот так вот, например. Только Дэдпул, давай, это новые приемы, новые приемы. Оп, оп, оп. Вот так вот. Вот так вот, Дэдпул, такого мы еще не видели, по-моему, да? По-моему, да. Красиво, красиво, красиво. Красиво, да. Какой ты! Вот это мы понимаем! Вот это были грязи! И развороты были, друзья! Развороты были просто шедевр! Просто excellent, да? Excellent! Да, настоящий просто excellent! Великолепие от Дэдпула, друзья! 25-я комбо пошло! Дэдпуловский! Ну все, друзья, уже заново Дэдпул. Поменяли комбо маленько. Потеряли комбо, ну ладно. Так, оп, 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 оп! Красиво, 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 красиво надо добивать, друзья. Вот это скилл, его прокачиваем, друзья. Вот она прокачка, прокачка настоящая, друзья. Сложняк, сложнячок. Так, это телепорт. Телепорт, телепорт, уходим. Отхилиться надо. Нахер идешь? Нахер, чувачок. Красиво. Красиво. Точки. Точки. Как с вами заканчивается? Надо уже заканчиваться. Не доели, мы доели. О, о! Красиво, 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 красиво. О, фак! О, фак! Бомба на 30-ку! Какой Дэдпул, а! А до свидания, мистер. Мистер, до свидания. Ух, друзья, вот это скиллуха. Вот это да, вот и понимаю. Это было прям серьезно, да? Это да. Ты что думал? Мы что, в шуточки, что ли, пришли играть? Это не шуточки. Это Дэдпул. Так, отсюда я пришел или нет? И правильно, нет, правильно иду. Иду правильно, сохранялка была хорошо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Здравствуй! Какой момент! Какой момент был! От Дэдпула! От Дэдпула! Я красный! Психопат! А у меня есть новая пушка. Я беру и стреляю новой пушкой. Хорошо. Опа, опа, хорошо. Хорошо. Главное, мне патроны будут даваться. Главное, патроны будут мне даваться хорошо. Добро пожаловать в Неудачинск. В Неудачинск. Нормальный такой город. Опа, видите, друзья, патроны. А так бы не было, друзья. Батарейка есть, хорошо. Батарейка зачем? Батарейка нужна. Пригодится, да. Любимая наша батареечка, да? Так, спокуха. Нам нужно как-то, друзья, поход наверх. Вот сюда. Допустим. Иду. Красиво. Ботинники. Это не очень красиво будет. Я бы уберу их. Так, покухай. А, здравствуйте. А вот такая вот мясорубочка. Как такой момент от Дэдпула? Здравствуйте. Да, друзья, вы что хотели? Да, 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 да. Красный психопат. Давайте! Красиво, 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 красиво! Ты чё, падла? Ты чё, самый умный, что ли? Так, чувачок, иди-ка нахер отсюда. У меня есть новая пушка, поэтому до свидания. Да убей ты его, ё-моё! Чувачок, тебе. Лови. Красиво.
Спасибо, good. Good, very nice, special, very nice, good. Отлично, Дэдпул. Так, что, какие действия, какие действия? Сюда. Сюда идешь, батареечка. Ух, красиво. Oh, hell yes. Это просто стрелять, да? Да пасать, что ли? Зачем ты меня в туалет-то выстрелил? Нужно как-то, походу, двигать, да, эту херобору? А, вот так вот, значит. Значит, вот так. Пробивает конкретно. О, ладненько, понял. Понял, ладненько. Deadpool 3, печка. Bathrooms 0. Ванной комнаты 0. Ладненько. Это нормально, Дэдпул. Это нормально, да. Выглядит, как будто тебе на да. Я парить могу, да, летать. Дэдпул научился летать, молодец. Вот обожаю такие моменты в играх, друзья. Насколько я люблю игры, но такие моменты я просто обожаю. Вам что, вам не достать для меня, понимаете, чувачки? Я парить умею. Я Дэдпул. Я мать твою, Дэдпул. По воде ходишь, летать умеешь, ядерный взрыв пережил. Это все Дэдпул. Абсолютный бриллиант. Абсолютный бриллиант. Блистательно совершенный момент от Дэдпула. Сука. О, сука, моменты. Вот такие. Так, чувачки, достали. Так, чувачки, ушли нахер. Чувачки, ушли, патронов полно. Перезарядка и папах. И будет полный. Так, чувачки, это вам, чувачки. Красиво. Это вам, чувачки. О, вау. Это вам. А больше нету. Оу, фак, жалко, камера, друзья, маленько прошла. Но было красиво. Дэдпул, момент. Красиво. Вот не знаю, друзья, как насчет Спайдермена, как насчет Логана, друзья, но Дэдпул реально хорош. Дэдпул реально просто хорошенький, такой красненький психопат, спокойно. А я могу уходить, да, получается? А, вы чёчки бесполезны, получается? А нахер я на вас время трачу, сейчас не понимаю. Вот зачем вы мне нужны, если я могу дальше идти? Чувачки, полить горчицы вас. Чувачки, идите нахер. Нахер идете, чувачок. Свидание. Ох, красиво. Так, снова я спустился, зачем, непонятно. Ладно, пытаемся убивать. Все-таки игра основана на этом, друзья. Игра построена на этом, чтобы убивать, чтобы стрелять, чтобы разбивать вас всех в фарш. Мой момент! Уйдешь нахер! Пойдешь отсюда, вас сказал! Патрон закончить, да, говоришь? Плохо. Да уйдешь ты, я сказал! Папа! Ты ебал, сука, сучка, падла. Кто такая, блядь, варежка пушистая, блядь? Поебота шерстяная, блядь. Ты заебал меня уже, пидор вонючий. Извиняюсь, друзья, это пиздец. Собрано так уж 65 из 100, блядь. Что такое, блядь, такой наглый, такой ублюдок? Ты единственный такой наглый, попался же? Усюка. Так, бегу сюда красиво, спокойно. Так, вниз. Чувачки. Думали, обманули, что ли? Я уже сзади, чувачок. Что, сам умный, что ли? Приблатыкался здесь. Красиво. Окей, фарш. Так, окей. Так, наверх. А, хорошо, так. Это что-то непонятно. А, собственно, вот сюда, да? Или я спустился сюда?
А сейчас не понял, ладно. We need to find a way up. А найти дорогу наверх. Так я, получается, спустился, что ли, отсюда? Окей. Как наверх? Так, вот, допустим. Дальше. Ага, окей, понял. Хорошо. Получается, вниз, да, надо? Да, походу. Здравствуйте, здравствуйте, меня зовут Дэдпул. Я еще тот красный психопат. Это наверх получается. Ага, красивенько. Качок. Так, мое здесь все собрал я. Вниз полетел. Спасибо. А мне вот сюда вот. Точки. Точки, до свидания. Пойдет. Так что там по скиллухе у меня, друзья. По скиллухе, что там у меня, спокойненько зайду сюда. Прокачки дофига, друзья. Прокачки просто дофигеть. Сколько здесь? Может, больше здоровья себе возьмем, друзья? Мы что-то прям на здоровье акцентируем внимание, друзья. Ну, ладненько. Чтобы больше было у здоровья Дэдпула. Так. Так, веселиться. Любит Дэдпул веселиться, смотрю. Я уже Дэдпул не до веселья. Я уже 4 серию записываю подряд. Уже просто с ума схожу. Так, можно... Да, да, да. Стрелять, да, сейчас будешь ты, получается. А, до свидания. Почки, до свидания. Сегодня не ваш день, потому что Дэдпул... А как поднять руку? А только можно двигать. О, красиво сейчас было, в принципе. Вверх он не понимает почему-то. Так, чувачки, здравствуйте. Почки, до свидания. Он сказал money in the bank. Ты смотришь дабл-дабл и деньги в банке. Так, хорошо, кто еще, кому еще? Все? Всем пострелял, кстати. Кому еще? И что? Looks like you brought a gun to a giant robot arm cannon fight. Понял, деталька там, поэтому бежим. Детальку заберем и можем, в принципе, наверное, миссию, в принципе, и, наверное, завершать эту самую миссию. У нас по времени, друзья, хорошо еще. Еще есть минут 15, поэтому играем. И дальше продолжаем. Так, куда бежать? Деталька здесь. Мое. Пироборы эти самые. Вот деталька. Да, парный план, у нас есть все, детальки есть, можно запускать. Поэтому отличненько. Оу, придурки! А что там, кстати, было вот здесь вот? А, все закрыли, спасибо. Так, чувачки. Опа. Дэдпул, красиво, конечно, ты паришь. Спайдермен или Супермен, что-то вроде этого сейчас примерно было. Полетал и попарил в воздухе, друзья, и ядерный взрыв переживает постоянно, друзья. По воде, правда, мы еще не видели, как он ходит, но я думаю, друзья, не исключено, мы это тоже увидим. Ой, красиво, 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 прорубил всех просто. Фарш. Так, можно скилл? Можно скилл. Можно мне стелс, красиво было. Так, это мы уже слышали. Чувачок. Чувачок. Чувачок сверху. До свидания. До свидания, приятно было пообщаться. Заходи как-нибудь еще. Попиздим. Дэдпул тебя накормит вкусным деликатесом.
Дэдпул тебе покажет вкусную мексиканскую. Он сказал уже, что он любит мексиканскую ресторан. Он не любит итальянскую еду. Он любит итальянскую еду. Преувеличивает, друзья. Немного преувеличивает итальянскую пищу. Так, чувачки, у меня есть патроны, у меня есть все. Это вам, мудачки, ловите. Красиво. Чувачок. Супер. Супер. Так, чувачок. Чувачок, ты ушел нахер. Ушел, сказал. Так, телепорт. Уходим, спокойно. Играю там на ветеране, поэтому бывают косяки. Я извиняюсь, но геймпад у меня не от руки, как говорится. Я не мастер геймпадов, я мастер больше клавиатура и мышка, как бы по привычке. Рассыпался красиво. По привычке все-таки привык всегда играть на клавиатуре и мышке, а вот на геймпаде я только использую в основном игры такие как FIFA, например, и WWE. В основном всегда как бы было так. А такие вот все вот игры я всегда играю на клавиатуре и мышке, поэтому... Ну ладно, друзья. Сам я решил взяться за эту игру. Решил я играть на большом этом тяжелом уровне. Поэтому хватит ныть, надо бежать вперед. Времени мало, поэтому играть надо. Детальки мы нашли, друзья, можем активировать. Deactivations. Произвести красиво. Все, кабель. А, вижу. Вижу, собираю. Спасибо. Как говорится, играть с более умными противниками, мы начнем играть лучше. Когда такие вот проблемы в играх происходят, ты качаешь себе скиллуху, прокачиваешь себе, как говорится, мастерские навыки, и ты просто молодец. Так, я нашел. Вот последняя часть, Саммерс. Запускай! Ошибся франшизой. Уэйд. Уэйд, это, наверное, твоя самая нелепая идея. Риск слишком велик. Это мое. Дэдпул там танцует. Отлично, Клавик, спасибо, здорово. Увидимся в титрах. Черт подери, Уэйд! А чувачки, здравствуйте. До свидания. Квак, я слышал, что тебе нравятся ботинки. Да, мой ботинок. Что за мой ботинок? В этот ботинок, в общем, Кэнди С, отсосимый леденец. В общем, да, чувачки. Вы знаете, да, каково это иметь мой ботинок у тебя на шее. Чувачки, это вам. Чувачки, это вам. Я мастер Дэдпуловский. Что происходит вообще? Какой-то фарш происходит конкретно, друзья. Что творится? Что происходит? Я не знаю, что происходит, друзья. Мне нравится. Весело, весело, весело играть в эту игру. Это просто отпад. Надеюсь, друзья, когда-нибудь произойдет, и мы увидим, друзья, новых какой-то перезапуск игры Дэдпула. Как будто планируешь же Логан на Росомаху, да, делать новую игру? А почини ботинок нужно. Окей, окей, чиним. Чёрт, не сработало, попробую. Это хорошо закончится. Так, чёрт, ладно. Значит, уже бросить, да, все это? Бросить всю эту ерунду, хватит заниматься ерундой. Нужен. Что? Что? Нифига себе, там было указание. Такое даже, наверное, самый умный человек в мире не успеет сделать. Это слишком было круто. А вот так лучше, вот так лучше. Бесконечно, друзья, хорошо, бесконечно. Так, чувачки, хорошо. До свидания. Так, куда ты здесь? Логана выкинул. А это зря. А это... Это вот дерьмо. Ой, блядь. Так. О, как тебе легко-то убивать. А чё раньше так не мог? А раньше почему такого не дали мне? Почему раньше мне такого не сделали? Ну нормально так, веселуха вообще. Хорошо. Так, отлично. А кто стреляет? Дэдпул. Дэдпул.
Не знаю, вы успели там прочитать? Я не успел прочитать, я не успел. Я смотрел на момент. Hope Peter's okay with the budget. Budget? Oh, we'll show him budget. Watch this! Hey, there's Rogue! Так, это Рог, он летит, как ты? Летим прямо на нас. Дэдпул, берегись! Супермен летит на нас. Нормально. Идеально просто. Нет патронов, используй оружие. А как патроны? Как использовать оружие, если нет патронов? Быть внизу над головой. Дэдпул, хватит страдать фигней. Я не могу так держаться. Подожди, девочка, подожди. Виси. Девочка, подожди. Зин здесь. Он нейтрализует мои силы. Я не могу держаться, Дэдпул. Еще немного, девочка, еще немного. Я хочу разобраться с этими кусками, чтобы потом меньше их всех истреблять, как красиво. Спускаемся! Дэдпул, я соскальзываю. Я убиваю этих тварей так быстро, как могу. А все, походу, доигрались. А, как бы девочка упала. Упалась. Погоди, когда злый день доберется до тебя. Это разве не блокбастер? Черт. Это не очень хорошо. Будет больно! Так понимаю, друзья, мы завершили еще один уровень. Под уровень идем дальше. У нас еще есть минут 7. А может, меньше. Главное, голову на плечах держать. Отличная задница. Погоди-ка, это наша задница? Нам понадобится наша рука, чтобы голову на место вкрутить. А, Дэдпул, приятно очень. Дэдпул, а у тебя как бы маленькая голова свернута, ничего? Черт, возьми даже управление наоборот. А, управление наоборот, понял. Я игрок, я разберусь, я мастер, поэтому я понял. Оторванная рука. Эй! Эй! Так, Пролеется наоборот, друзья, стоит у меня. То есть, нажимая вправо, идет влево. Нажимая влево, идет вправо, так спокойно. Ну же, ты лучше яйца полижешь. Иди сюда, мои яйца полежи, мой член отсоси. Собака, ты такая усюка. Бляха, отдай руку. Руку отдай мне, собака. Руку мне отдай. Руку отдай мне, сказала. Усюка! Окей, теперь никуда не двигайся, поняла? Поняла? Так, схватить руку. Ну, расквасила, конечно, Дэдпула только так, друзья. Нормально. Как-то лучше, да, хороший мальчик. Правильно, сидеть правильно. Так, теперь пошли искать X-детку. Ну, Роук, рассредоточиться он точно где-то здесь. Так, а где стелс? Можно стелс? Стелс? Я хочу по стелсу красиво. Так, аккуратно. Чувак, по стелсу. Усюка. Тихо. Усюка! Привет от Дэдпула! I think I like you better this way. А мне так нравится больше. Какой момент, Дэдпул? How many bullets are in your head so far? Ну почему? Почему? Почему он? Я прячусь. Можно так схитрить? Не, уже нельзя, друзья. Он, походу, меня уже спалил все. Блин, жак, я мог второго бы еще убить, а не смог. Ладно. Красиво было. Просто awesome. А что за херовина? Использую. Посмотрим, что за этой дверью номер один. Какую-то тюрьму похоже. Мне удалось кусочек про нее прочитать, похоже, кое-что порвал сценарий. Hey, that was cathartic. I don't know why we're still trying to follow that stupid script. Так, ну нахер новый сценарий, нужно спасти Роуз. Нам лучше удается импровизировать. Да, импровизируй, да, ты настоящий импровизант просто, Дэдпул. Так, сюда заберусь. Вместе еще играет спокойненько. Вот сам переводит, я их хер знает. Наверх?
Вот наверх. Вау! Сохранялка была, значит, правильно иду. Значит, иду правильно. Так, допустим. Не будем заканчивать из-за на этом. Так, вон замечен внизу. Бачок! Бачок! Бачок, пока! Бачок, говорю, пока! Скачки, это вам. Спасибо. Красиво. Это снова, да, тот любитель. Любитель блокировать, друзья, мои действия. Так, отличная работа, мы нашли выход. Так, чувачки идут, правда, ну ладно. Вау. Вау. Они полные идиоты. Они полнющие идиоты, друзья. Они выглядят как гамбит, друзья. Да, они склонированы были к этому, да, персонажу из Люди Икс. Тот самый гамбит, которого Логан просто на кусочки, по сути, разорвал. Ну ладненько, ладненько, бежим дальше, спокойненько. Так, беру дробовик. Точки. Здравствуйте. До свидания. Приятно было общаться с вами. Какие-то вообще не прям ни о чемные. Такие были бы все враги бы. Так, друзья, 171 тысяча. Мы можем чем-нибудь еще себе вкачать. Здоровье, в принципе, я даже не знаю, уже нет смысла этот здоровье. Я не помню, как оно работает. У нас 125 примерно фулово имеет. Поэтому можно чем-нибудь еще здесь прокачать. Как вариант. 100 тысяч имеется. Ну, пусть будет, друзья. Чем лучше Дэдпул дерется, это хорошо. Так, можно еще, друзья, знаете, что приобрести? Очки увеличивать. Даже не знаю, нужны мне очки. Ладно, пока пусть будет так. Пока пусть будет все это вот так вот. Так, нужна сохранялка, и можно заканчивать, да, игру. Уже пора, друзья, время идет, поэтому надо заканчивать. Кладненько, бежим. Наверх. Хорошо. Что за херобора? Она должна быть где-то здесь. Я все еще не вижу эту самую Роук. Девуху, деваху эту самую. Ну что, сохранялка-то есть? Сохранялки нет, друзья. И че я спустился, и смысл я спустился, для чего я спустился, зачем? Не понял. Окей, заново. Тут, майка, не так. Наверх, можешь? Нет, сюда говорят. А, понял. Окей. Это я понял. Так, спокойно. Скачок. Ага, нормально. Еще. Скачки. Опа! Это не странно, друзья, они взрываются при каких-то моментах. Так, по счастью, пули. Хорошенько. Так, наверх, да? Слышал про детку Икс. Таком, о, Роук. Ага, блокбастер хочет сломать ее на арене. Он всегда жаждет зрителей, боже, лучше бы сразу убил бы. Хрен с ним, главное, что он не мне. Что там? Чочки, здравствуйте. Чочки. Вы перцы часто тут зависаете, чувак, на самом деле. Пиписька, пиписька, да. Спою пиписьки, писенки, отличный болт. Да.
С первого уровня не упражнял. Чувак, не говори, пока я описываю, хорошо? Чтобы закончить, не хочу, хочу вам высадиться. Хочу прям высадиться, хорошо. Рад описываться. Энди. Да, я не по длине сужу, а по толщине, да, ты судишь? Главное не размер, а умение. Нервное посвистывание. Они уже не могут понять, что сейчас им Дэдпул просто расквасит их, да. Ну что, пора, наверное, нажать их, да? Хорошо горит! В общем, друзья, на этом мы будем заканчивать серию, как они ссутся, они высываются, они ссут. Накопили столько, что капец, друзья, можно просто ссать долго. Я думаю, друзья, на этом закончим серию, друзья. Для вас сегодня как работал, как и всегда, да, Александр Смит в исполнении миссии Смитплей. Дэдпул ссыт. Мужик, ты что? Это не дело. Это не дело, да, не дело, да. Вы что-то долго ссыте, чувачки. Я что-то прям самому захотелось поссать. Ладно, друзья, давайте на этом заканчивать серию. Это была уже шестая, получается, серия Дэдпула. Я думаю, еще, друзья, осталось меньше половины. Я думаю, серии будет 11 или 12, не знаю, сколько будет серий. Я думал, будет 8 или 10 серий, но, походу, будет, возможно, больше. В общем, Дэдпула мы записали, друзья, целых 4 серии подряд. Две они выйдут в один день, и две выйдут в другой день. Я еще, думаю, запишу еще 2 серии. И на этом, друзья, Дэдпул маленько отойдет в сторону. Маленько подождем, хотя я думал, что я закончу с Дэдпулом. Да заканчивай, это уже все. ЛБ нажимаю. Okay, I get it. Never break the guy code again. Отлично, парни. Damn it, I can't think of any good dick jokes. Отлично просто было сейчас. Только сохранения не было. Блях, сохранение. Можно сохранение? Я уже попрощался со всеми. Можно сохранение? Серьезно, что ли? Я думал, сохранение дадут мне. Блях, просто играть, друзья. Тут неожиданность. А чувачок? Ох, развороты пошли, как я. Спокойно. Ладно, ладно, все, я понял, я ухожу, я понял, да. Ладно, Дэдпул, без обид. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, комментируйте это видео. Всем до встречи в следующих прохождениях игры Дэдпул. Всем пока.